не задача совета. Но раз люди все равно, они же вон их сколько-то там. Огромное количество. Может быть кто-то, как вот правильно говорили, это же все равно бесплатно. Александр Александрович свое, проектировщик свое, Любовь Евгеньевна свое. Дайте готовое предложение, а вдруг они будут интереснее для него. Елена Петровна, Елена Григорьевна правильно говорит, что не наша задача это делать, понимаете? А я говорю не совета, если вот то, что они предложили, неубедительно, если мы это не принимаем, значит мы это не принимаем. Вы вот, знаете, я понимаю, здесь очень сложно и мешается два вопроса. Вам просто не нравится, Александр Ильич, и все. А конкретных предложений никаких нету. Вот нам это не нравится, сделайте еще проект. А это деньги стоят, да, извините, нет, и не маленьких денег. И трудов. Мы говорим с лета прошлого года, мы говорим о том, что нужно уточнить предмет охраны. Вот с уточнением предмета охраны многое было бы решено. Когда это в предмет охраны записано, что это нужно сделать. В рамках проведения исследовательских работ, которые сейчас проходят, и кто-то сам проводит, еще кто-то. Могут быть изменения предмета охраны. Могут, но сказать, давайте сначала изменим, потом будем проектировать. Я говорю о том, что это в прошлом году было предложено. Не надо, это не тормози. Понимаете, это предложено.